Ну вот и поговорили. Да я и не жалею. А ты молодец, хорошо ездишь. Кто научил? Муж. Больно? Ой, больно. Ой, как больно. Ты еще к тому же и замужем. А к чему к тому же-то? Да. А муж тоже на мотоцикле ездит, да? Ездил, пока мы не развелись. А мотоцикл я у него отсудила. Забрала, значит, у человека любимую игрушку? Да у него теперь много других игрушек. Понятно. Дохляк.